здесь балансует, он уже двоих убирает. Может запрыгнуть обратно в дом, добить, ему будут драки эти забрать. Неужели он 1-3 разрулит? У него может получиться, запрыгнул, но не потому стреляет, и это минус 1-3! С аптечки флешку закинули, ничего не видит, заходит, расстреливает, с граника минус 3! Ай-яй-яй, как же красиво, Дэнди! Прямо сейчас на страйк идут. Троицы должны быть в курсе, но нет, страйк выпрыгивает как черт из табакерки, убивает первого с дробовиком. Надо бить, нужен фраг, но он не делает этого, тут еще добавил на тиммейта. В итоге, как же так, техник широко слишком открылся, без поддержки остается, может стенкой какой-то закрыть его. Там полетели хаешки уже и побежала флешка. Страйк соло идет души, ты посмотри, он просто на плюс В несется. Тиммейта нужно прикрывать, придется играть агрессивно, иначе твоего собственного нокнутого добьют, потому что товарищ со спины, пошел. Это минус трое. Реалы очень действительны. Это получается, на самом деле, у них сделать. Остается последний игрок, это Качина. Бедненький там жмется за этими стенками, но все, ему здесь уже нечего ловить. И UNV берут. Стенки там еще аирдропы спасают, но отлично стоят по позиционке сборная Черк. Сейчас Жармара вперед. Кадыров достает граник. Да ладно, есть еще заряды, что ли? Как ты их сэкономил? Это сейчас шанс в упоре с граника. Давайте очередные хайлайты с граника. Есть! Минус 2! Есть 3 фрага, и сейчас Чер могут топ-1 взять. И они берут топ-1, они выбивают. Но сейчас стратегически это очень важно. Я сейчас вас вот так просто гранатами закидаю. Продолжает закидывать. Это граник. А, это ручной. Ох, как же больно. Как же больно сборной ЧР. У Кадырова есть тоже гранатомет. Он тоже его может применить. Хайлайты. Хайлайты от Кадырова. Минус 2. Ноки пошли. Добивать.